Вот, и ты берешь ее просто, заднюю часть отлепил, положил, выровнял как тебе надо. Да. Потом берешь, вот чем тонировку клеют, лопатку, угу, пластиковую любую, или тряпку. Ну лучше вот жесткую лопатку, из-под нее воду выгнал всю. А, то есть снял эту всю одну, да? Вот так ее положил, уже выровнил, липкую на ровную. Липкую на влажное положил, влажное, выровнял ее как тебе надо. А, она и равняется, да? Она вот будет выровняться. Да, да, да. Они просто технологию не знают, это поставил, и из-под нее воду это выгонять. Выгоняешь сразу всю эту воду, начинаешь с середины. Как обои клеишь, короче. Как обои клеишь, точно так же. Выгоняешь пластиковым или каким-нибудь поверх вот этой пленки, которая сверху. И оставляешь ее. В общем, она двигается, когда на мокром, да? Да, и оставляешь ее. И вот оставляешь где-то на следующие сутки. Ну это вообще, блин, хорошо. Ему в легкую идти, да? Хорошо. Вот, и потом на следующий день, вот на сутки ее оставил, лучше, если хочешь, чтобы крепкая. И потом верхнюю пленку. Еще и верхняя пленка есть. И верхнюю снимаешь уже. Все, понял. Верхняя для того сделана, чтобы ты ее не царапал, и ничего, чтобы она не сдвинулась. Дела. Она их держит, буквы. Вот берешь стекла, чем моют моющее средство, сливаешь с нее, потом зальешь обратно. Ровно столько, сколько, грубо говоря, на один объем вот этого моющего средства воды. Там 10 объемов воды. 1:10? Ну, примерно так. То есть там очень слабый дозинг. То есть влажность прямо обильно ее вот так вот это место смочил водой. Лучше кипяченой. С кипяченой водой смешал. Все, выгнал из-под нее воду и оставил так сохнуть. И когда вот пройдет там часов 7-8, ну вот на ночь, грубо говоря. Утром шел и вот верхнюю пленку отлепил. И она будет идеально ровная. А верхнюю уже без проблем приклеить? Верхнюю просто, уже нижние буквы, они приклеятся же к этому. В теплом месте лучше делать. У меня тоже наклейка такая есть. Да я тут весны подожду. Да, я тоже весны жду. Нет, а ты, блин, какая у тебя? А? Какая техника у тебя? Да я на легковушку хочу, на Audi. А что у тебя? Сотка, 45-м хуже. Чисто. Молодец.